это московские товарищи музыканты. Привет. Как тебя зовут? Настя. Настя. Я пою. Настя поет. Да, я актриса из Москвы. Актриса. Это сильно. Как меня можно найти в Инстаграме. Я там собака Небатат. По-английски. Привет, меня зовут Даня Воронков, я из города Москва. Я играю на балалайке. Играю на балалайке все, что вы захотите. Учу играть на балалайке. И если на секундочку мы остановимся, то здесь можно увидеть все мои контакты. Будет интересно. А я Антон Веревкин. Фокусник, карточный фокусник, манипулятор и баянист-любитель. Меня можно найти в Инстаграм. Антон Веревкин 22, по-английски все слитно. Также на остальных везде социальных сетях я также. Антон Веревкин. Также Антон мне поменял уголок на баяне. Да, у нас есть мастерская. Обращайтесь, музыкальных язычковых инструментов. А вот еще у нас есть легендарный Андрей Догадов. Андрюха! Балалайка, а? Я наваливаю. Инстаграм свой скажи. Самовармен. Самовармен. Пропадал, между точно рыдал, не рыгал, потому что не пил, до духи не бил, козы не рубил, отца умотал, не лажал, долг домой провожал, пробежал, на прощение руку шел, пока не воровал, не перебивал, не забивал, не добывал, не забивал, если впереди взрывал, ты решил, я не понимал, ты пока не успел, и был готов. Вот и видно? Вот так видно, все, поехали. Будешь это самогончик? Нет. Так, ну все, у нас без нас его никто не улетит. Можно часы посмотреть. Duty free, тут там напитки, там вообще такое возможно. Что будем, может, приоденем тебя? Смотри, вон шляпы какие интересные. Это надо еще искать.